Всем привет, меня зовут Адр, и это видео будет не совсем о самой игре, а больше о людях и так далее. Я не буду играть в игру, я просто скажу пару вещей, которые вы должны выслушать, те люди, которые смотрят мой канал и играют ТФ, к примеру. Например, вы хотите поиграть, чертов матчмейкинг, ну, компетитив. Если у вас нет хотя бы, я не знаю, 700 часов в игре, не заходите сюда, играйте casual, играйте на других серваках, не заходите на компетитив. Вы испортите людям игру, или там, и так далее. Таких народу куча дебилов. Но хоть вы, кто смотрит мой канал, надеюсь, будете умными и не будете заходить в компетитив раньше времени. И не будете играть там за спаев, за, я не знаю, инжа, который будет в жопе сидеть и ничего не делать, и так далее. Ну и думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Можете не подписываться и не ставить лайк, поставьте дизлайк, если вам не нравится это видео. Всем пока!